Село затопило на севере Павлодарской области. Талые воды хлынули на улицы сельского округа Алаколь в Железинском районе. За зиму там накопилось много снега, а резкое потепление спровоцировало паводок. К тому же талая вода пришла и со степи. Больше всего пострадал дом Алии Ибраевой, расположенный в низине. Утром супруги проснулись и обнаружили затопленные комнаты. На кадрах любительского видео видно, как, вскрыв половицы, сельчане пытались своими силами откачать воду вручную ведрами. Но она все прибывала. Местный акимат помочь пострадавшим ничем не смог, сказала женщина. Поэтому они обратились к районным властям. Кашкиров районный аким больше не приезжал. И ничего мне не делать. И друг друга они меня толкают о том, что ты не получишь никакое жилье. Так они мне сказали, не наглей. Предложили они мне однокомнатную квартирку. Домик бабушкин старый. Временно. Временно. И то, и не сейчас. Я сейчас живу у родственников, но я тоже их не могу смещать. С тремя маленькими детьми. Тем временем в село Алаколь выехала специальная комиссия. Эксперты, обследовавшие затопленный дом, пришли к выводу, что технических повреждений после паводка жилье не имеет. Пострадавшей семье предложили жилье для временного проживания. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных отношениях, жилье предоставляется гражданам, единственное жилье которых признано аварийным и предоставляется в порядке очереди.